Люберецкий округ готов к отопительному сезону на 60%. Объекты теплоснабжения полным ходом проходят профилактический ремонт. Работы в котельной поселка Октябрьский проинспектировал Владимир Ружицкий. 47 жилых домов, МФЦ, больницы, объекты культуры и образования поселка. Все это обеспечивает теплом котельная на улице Ленина. Мощности бойлерной на присоединенные объекты в холода не хватает. Решить эту проблему поможет подключение к другой котельной, которая находится неподалеку. Основной принцип, что мы хотели, проработать структуру переключения части нагрузок на ту котельную. Тем самым разгрузить там мощность. Позволяет. Мало того, у нас на сегодняшний день там еще в резерве два котла, которые еще никогда не запускались. И это далеко не первые изменения в работе котельной, которые она переживает за 40-летний стаж своей службы. В 2005-м бойлерную реконструировали, в 2017-м провели здесь капитальный ремонт. Сегодня на объекте ведут плановую подготовку к осенне-зимнему периоду. Сегодня ведутся здесь работы. И не только здесь, а в целом по Октябрьскому. Я надеюсь, что мы зиму в поселке Октябрьском тоже пройдем без особых потрясений. Это самое главное. А так сюда надо еще и вкладывать, и дальше заниматься. Поэтому я думаю, что в целом, значит, в этом году мы в основном много сделали. В следующем году ряд вопросов мы решим где-то кардинально. Все объекты, обеспечивающие теплом жителей, должны быть подготовлены к 1 сентября. На сегодня округ справился с этой задачей на 60%. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.